На Новосибирском электродном заводе проходит защита проектов, подготовленных студентами во время прохождения производственной практики на предприятии. Это своего рода тренировка перед презентацией работ в ВУЗе, а также обмен полученным опытом между самими студентами. Над этими проектами они трудились 3 недели. Среди слушателей – их наставники, высококлассные профессионалы НАВЭЗа и представители дирекции по персоналу. Что-то дали мы, как наставники. Многое, конечно, студенты взяли сами, ходили в цеха, интересовались всеми, внесли много информации с цеха, работали непосредственно на рабочих местах с месильщиками, прессовщиками, с формовщиками. Поэтому, я не знаю, да, они, считай, глубоко вошли вот в изучение этой темы. Для студентов были созданы все условия для прохождения практики, которая реально может помочь им в становлении грамотными специалистами. И, как выяснилось, учащиеся вузов ради по-настоящему полезного опыта готовы ехать даже в дальние области. Артем Елкеев учится на химико-технолога. Признается, что в родном городе таких условий для прохождения практики практически нет. Поэтому с удовольствием принял предложение получить новые знания и навыки на НАВЭЗе. Мне дали сразу рабочий чертеж, я его выполню по ГОСТу в идеале. Наставникам понравилось, давали мне еще задания, дают еще, и как бы я как полноценный рабочий. Надеюсь, когда я приеду на следующий год сюда работать, я увижу свой чертеж, и что его создаю, там ту же учебную тару для полигона. Месяц настоящей практики, как говорят сами студенты. Это официальное трудоустройство, бесплатное проживание, насыщенная культурная программа. Но самое главное – возможность познакомиться с производством. Юлия Горбунова, студентка Иркутского национального исследовательского технического университета, ради этого приезжает в Ленёво уже 2-й год подряд. Я приезжала сюда на 2-й курс, после 2-го курса, и проходила здесь также практику, мне очень сильно понравилось. Тут предоставляли все возможные условия, чтобы нам было комфортно, интересно, и чтобы мы чего-то нового узнали. Я здесь получила очень хороший опыт. Я надеюсь, что вы вынесли из нашей практики много интересного, много нового. Мы готовы идти на сотрудничество и помочь вам в дипломных проектах. Поэтому, если вы что-то выбираете, приближенное к нашему предприятию, независимо экология это или те же конструкторские какие-то, но и, разумеется, химическая технология, все, что связано с нашим предприятием, мы готовы предоставить вам и наставников. Стоит отметить, что такая тесная работа с российскими высшими учебными заведениями дает свои результаты. Так, 2 студентов, которые в прошлом году проходили практику на НАВЭЗе, уже защитили дипломы и совсем скоро пополнят ряды молодых сотрудников завода.